Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, дорогие мои, ох, у нас морозы стояли конкретные ночью, не сегодняшней, а вот позавчерашней ночью до 27 были морозы, и днем прям 24, вот стрелка, минус 24 встала, и все. И ни туды, и ни суды. Холодно, было холодно. Курочки мои что сделали? Они взяли, каким-то образом умудрились, выдернули обогреватель. И я вчера к ним пришла, они прям ходят, у них там только лампа такая красная. И прям жалуются. Я говорю, ну ладно, ну что ж делать? И занесла я им масляный обогреватель. Ну, что делать? Нужно, чтобы им тоже тепло было. Они мне ответили, сегодня уже 2 яичка снесли. Да, так что у нас яйца тоже не дешевые, если учитывать, что за электричество нужно платить. Сегодня снежок немножко прошелся. Да, утром потеплело, сейчас 15. Но к вечеру обещают опять ночью. Я уже не помню, или 22, или 23, а завтра, послезавтра тоже, в общем, жарко не будет еще. Котики у нас тут бегают. Сегодня утром британца какого-то видела, такого толстого, мордастого, с такими, с коротенькими ушками. Ну, в общем, у нас тут котиков подкармливаю, все хорошо. Только единственное, на улицу не очень хочется выходить, потому что как-то вот, ну, не жарко. Не способствует такая погода для гуляния. Надеюсь, что у вас у всех все хорошо. И високосный год будет для вас хорошим. Да, Наташа. Наташа Шейна, я тебя с днем рождения поздравляю. У тебя сегодня день рождения. Будь всегда такой красоточкой. Всегда такой будь позитивной, девочка моя. Я тебя целую, обнимаю и желаю тебе, чтобы у тебя все хорошо было. И всем, у кого в январе день рождения, ребята, я всем желаю здоровья, мира. И чтобы у вас все хорошо было. Ну все, дорогие мои. Такое маленькое видео, руки замерзли. Поэтому... А пока, пока.